К новостям спорта. Турнир по боксу на призы главы Нерюнгри состоялся в столице Южной Якутии. Участвовали не только бойцы из республики, приехали спортсмены со всего Дальнего Востока и Сибири. В течение 4 дней на ринг выходили не только юноши и мужчины, но и девушки. Все подробности далее. Несмотря на то, что турнир проводится только 2-й раз, его уже называют традиционным, а организаторы, администрация города Нерюнгри, рассчитывают на развитие и повышение рейтинга данных соревнований уже в будущем году. Здесь более интересно сказать о будущем этого турнира. Мы хотим его развивать и думаю, что на следующий год мы сможем провести уже рейтинговый турнир с присвоением определенной спортивной квалификации. Более того, данную инициативу поддерживает также и руководство Республики Саха, считая Нерюнгри достойной площадкой для проведения спортивных соревнований такого уровня. Раньше Нерюнгринская школа бокса всегда славилась, поэтому мы возлагаем большую надежду именно традицию. Будут продолжать юные боксеры, наши опытные тренеры. И благодаря этого турнира вырастет известные мастера именно российского, даже международного уровня. Такие соревнования позволяют сойтись на ринге соперникам, которых многие спортсмены видят впервые, что заставляет их заново оценивать ситуацию и порой на ходу менять тактику боя. Встречи представителей различных школ бокса на данной площадке помогают участникам развиваться и раскрывать свой потенциал, а подобный турнир – это еще одна возможность для приобретения новых навыков как для начинающих, так и уже опытных боксеров. Дмитрий Горбов, Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха Нерюнгри.